Хей-хей-хей, здорово всем, ребята, меня зовут Кент АПК, и прямо сегодня я не один, со мной! Кто вы, молодой человек? Супер-про игрок, который играет на... На голду. Да, ребята, да. Прямо сегодня мы вместе с проказником будем дуэлиться на голду. Я скажу так, это будет очень потно. Проказник, скажи эту великую цифру, потому что мне страшно. Мне очень страшно. Хорошо, ребята. Тик-так, ой, тик-так, и сегодня мы будем играть на 66 голды. Ох ты, блин! Нифига себе ты, годила, ты что так кричишь? Так, тихонько, самое главное вовремя закричать. Слышишь, проказник, мы забыли попросить, чтобы наши любимые подписчики поставили лайки. Любимые, уважаемые, родные подписчики, поставьте лайки. Поставьте лайки. Видно, что ты про, ну... Ну что же, настало время халявы, я хочу кого-то из вас прокачать. Чтобы попасть ко мне в прокачку, тебе надо собрать слово, которое я запрячу в этом видео. На протяжении всего видео будут буквы, и тебе надо из этих букв собрать все слово. Поэтому смотри видео без перемоток и пиши слово в комментарии. Ну а я выберу одного победителя и его прокачаю. И опять же, к вашему вниманию представляет GG Standoff снова этот крутой проект. Если вы еще не открывали кейсы на нем, то обязательно попробуйте. Ну а если у вас нету денег, то можете открыть бесплатный барабан бонусов. Но если вам будет и этого мало, то вводите мой секретный код и получаете еще один барабан. И все это совершенно бесплатно, я получаю бесплатный кейс. И я выбил AWM Sport Winter, представьте себе, вот это я понимаю. При пополнении вводи промокод KEN25 и получи 25% на баланс обратно. Все нужные ссылки в описании. Так, короче, ребятки, пожалуйста, поставьте лайки, иначе, как обычно, проказник будет плакать. Проказник, ты не плачь! Проказник, не плачь! Как обычно, проказник будет тащить. Не, реально, поставьте лайки, подпишитесь. А, и да, кстати, у нас будет продолжение этой дуэли у проказника на канале. Вот так вот. О! Блин, я даже не повернулся вовремя, я такой смотрю лево-право, ты кричишь, ничего не понятно. Слышишь? А мы сказали, на сколько голды мы играем вообще или нет? Да, я сказал, я же озвучил. На 66 голды играем. Да. Потом подумали, что 100 голды сильно много. 11 слишком мало, поэтому взяли 66 как раз. Слушай, прокачай, это вообще будем играть одной рукой? Вот по-серьезски, ты и я одной рукой играем. Одной рукой. Я не знаю, покажи на вебке, что ты одной рукой поднял. Не, честно, честно, вот просто ты посмотришь потом на записи. Одной рукой. Не, прямо сейчас, давай. Давай, давай, я руку поднял, поднял. Либо ты мышкой играешь, либо играешь клавиатурой. Да ну нафиг! Так, слушай, хороший челлендж. А давай во втором раунде на ножах сыграем. Ой, во втором, в третьем. Так подожди, вдруг я еще не распленчу, подожди, я же на рукой играю. Так, фух, я уже испугался, прикинь. Ребята, 3-0, вот это я понимаю, вот это по-нашему. Все, можно вторую руку ложить. Да, давай, давай на ножах, ну давай так, так жестко покажем. Попонтуемся нашими ножами. Давай, кстати, давай, какой у тебя нож? У меня какая-то непонятная бабочка. Нож бабочки, да? Птичка называется. У меня такой дешевенький нож, может, слышал, такой нож для нубов, для новичков, там, как он называется, кеки. А, ну да, но он мне не нравится, да? Керамбит. Да, вот этот галд или серебро. А, керамбит. Керамбит голда. Гол, галд. Да, 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 керамбит гол. Так. Я не против. Алло, алло, дядя проказник, вы где? Кому звонишь? Так, пацаны, тихонечко, у меня есть супер план. А ну, прыгай сюда, прыгай, прыгай! Я чайком угощу, давай. Эй, о нет, бежим! Так, проказник. Ну сейчас будет, короче, один прогиб, и ты погиб, я так думаю. Ты где? Ну нахрен! Да в смысле? 4-0! Ты меня не видел, сзади бежал, я тыкаю, тыкаю, но не режет, потом ты развернулся. Как же мне повезло. Тыкаю, но просто не... Ладно, все, давай нормально играть, пожалуйста. Давай, 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 4-0, слушай, нормально. Слушай, у меня есть очень хитрый план. У меня привычка на мид постоянно за тиром ходить. На мид, решил обойти кента через мид. Блин, ты вот когда затихаешь, ты вот когда... Ты куда? Ты когда затихаешь, мне страшно. 8 хп. Спалился. Спалился, спалился. Но! Блин, ну почти 29 хп. Попал бы я тебе в голову, была бы минус головочка. Да. Мое самое любимое оружие в мире. Я люблю играть с дробовиком. Потому что с него легче попасть, но убить сложнее. Да, да, сейчас. Вот я вот прям сейчас купил дробовик. И ты не думаешь, что я купил не дробовик, а это именно дробовик. Это именно... А можно я у тебя ВМ заберу, пожалуйста?
Блин, и почему АВМ? Ты делаешь тёмки? Чё ты? У меня управление зависло! Управление зависло! Проказник, что ты сделал? Признавайся. Не, я тебе отвечаю, у меня пол управление зависло, я на месте тупо стоял, не мог ничего делать. Я видел, я ж такой смотрю, стреляю, думаю, давай ещё объясни, пожалуйста. Блин, ну ладно, поехали, поехали. Дальше, счёт 4-2. Блин, проказник, ну как-то меня это не радует. Ты начинаешь компетчить, и когда проказник компетчит, один кент АПК где-то начинает плакать. Один кент АПК в мире начинает. Охренеть, прикинь, ты по мне попал гранатой, и она снесла 0 хп. 0! А, я знаю, там типа показывал хитмаркер. Да, ну, да, давай, да. Выходи в тёмке. Выходи, выходи, выходи. Тебя в тёмке нет, ты меня обманул или как? Нет, я просто тебя ждал. Ждал? Слушай, ты, я сейчас в тёмке, ты где? Ладно, я не в тёмке. Ну ты же в тёмке. Где я? Это большой-большой секрет. Так, я слышу шаги. Зачем? Ты... А я не слышу шаги. Это ты, наверное, опять как гусь ходишь на приседе постоянно. Не... Блин! Проказник, ты где? Проказник, не пугай меня. Мне сейчас стрёмно почему-то. Не, слушай, мне ещё стрёмнее. Так, ты где? А-а-а. Но! Как? Так, окей, все, я понял, проказник, шутки прекратились. Я понял, я хотел пошутить так по-дружески, а ты вот без моего разрешения начал камбэчить. Проказник, хэштег проказник, не камбэч. Сейчас мы, ребятки, разберемся с этим молодым человеком, и сейчас мы покажем, кто же... Ох ты, блин, ты опять гранаты свои кидаешь, ты надоел уже, проказник. Ну... Мне в тёмку спускаться, ну зачем ты туда ходишь? Ну зачем, зачем, так. Ну вот зачем? Зачем ты сидишь там, что-то пытаешься сквозь эту дверь прострелить? Ну ты думаешь, тебе это что-то поможет? Ну зачем оно тебе надо? Брось, брось, сразу переводи мне голду, я буду доволен. Опа, кто-то спалился. Опа, кто-то спалился на карте. Опа, на фуражку! Да ну нафиг! Это просто невероятно! Это был даже не флик, я так долго наводил. Короче, все! Я, проказник, внимательно, забивай тебе стрелку на АВМ. Если ты не засышка, девочка, то прямо сейчас бери АВМ и погнали, как мужики, сейчас да поговорим. Без проблем, давай! Я раунда на ней подряд играю. Окей, окей, окей. Все, давай, все, все. Я не собирался выкидывать. Давай! Блин, ну прострелят. Ну куда? Куда ты? Ну давай ты попробуй попростреливать. Одумайся. А. Мальчик, что же ты... Опа, кто это у нас там опять захотел в кепку свою поймать? Не-не-не. Ох ты, блин, ты как это делаешь? Стали, ты обосрался. Давай, только АВМ играем, больше даже без пистолетов, да? Да-да. Лови аптечку. А ты где? Так, я понял, где ты. Я тоже понял, где ты. Я понял, где ты. Я тоже понял, где ты. Нет, нет, я не там, проказник. Ах, ты хитрец какой! Окей, окей, все, я шагаю, мне насрать! Я тупо шагаю! Окей, Google, погнал, погнал! Давай, битва АВМ! Да, 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 проказник! Уйди, противный! Да как ты убил? Я ещё не убил! Наноскопы не работают! Убил! Прикинь, наноскопом! Я тебя тоже попал наноскопом, но в ногу. Как же мне повезло, попал мне в ногу! Блин, я теперь буду хромать, проказник! Зачем ты так жестоко со мной? Ребята, вы понимаете, все это ради... Тебе придется на одной ноге 66 голды. Ну, понимаете, тут крупные суммы крутятся, правильно? Да, да. Че, опять на ВМ или засышь, а? Мне денег не хватило. Не хватило, ой, бедный проказник. Так. Я понял, я спалился. Или нет? Да. А, да. Оу, е! Да, 6-4. Вот это я люблю, да, вот это понимаю. План капкан? Какой? Да, план капкан. Че, М40 возьмешь? Или обойдешь меня через мид? Как думаешь, какое у меня сейчас оружие? У тебя? Да. Травмоопасное. Не, ну это само собой. Да? Но! Ах ты хитрец, устроил план капкан, обошел кента. Я-то даже не ожидал от тебя такого удара в спину. Но поэтому получил в пузо. Так, наверное, ты сейчас опять купил АВМ, вот что-то мне так кажется. Я, конечно, не уверен, но что-то кажется, опять взял АВМ, потому что ты с АВМ уже меня 3 раза подряд замочил. Ясно, опять кто-то в тёмке гоняет. Зачем ты? Зачем ты в тёмке? Ну а ты тоже в тёмке был. Кто в тёмке? Пытаешься меня прострелить? Кто? Ай-яй-яй! 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 Ой, сейчас будет самое интересное, ты даже не догадываешься, где я. А то, как я тебя развалю? Ну да, кстати, это интересно, допустим. Блин, как думаешь, где я сейчас?
Ты сейчас обходишь меня сзади со стороны моей базы. Чувак, я не знаю, как ты это делаешь, мы надоели. Че, реально? Капец, какой засранец. Не, реально, как ты это узнал? Не знаю, ты нигде не мог больше выйти. А сейчас где? Ты сейчас на карте где-то на Сэндстоуне. Да-да-да, возле Плента Б. Короче, пона как мужики! Давай, мужика, перейдем. Давай, как девочки. Я так не умею. Да ну нафиг. Твою мать, у меня проблема. У меня большая-большая проблема. Терпи. На, просто в лобешник. Слушай, вот это жестко. Сейчас рванет. Сейчас рванет. Хух, не рвануло. А тем временем счет уже 6-6. Не, ну вот это очень плохо. Которую выиграем. Волшебная цифра 66. Главное, чтобы не 69. Утверждаю опять. Не, ребят, ну это, конечно, это просто цифра. Это просто цифра. Я все думаю, да попади! Да как? Лови! Как? Проказник, ты бежишь за мной или нет? Да. Повернись назад. О! Обманка сработала. Сколько у тебя хп? У меня очень мало хп! Ой-ой-ой! Да! 7-6. Слушай, сейчас, возможно, решится все. А возможно, нет. Да, и возможно, я заберу голду. Как же подно. Возможно. А, да, кстати, пацаны, если я все-таки смогу сделать и выиграть проказника, этого маленького проказника, вы понимаете, да? Проказника не как проказника, а проказника как проказника. То я ему голду не отдаю. То есть, вы понимаете, да? Так, проказник, сейчас я закрою наш с тобой дуэль! На! Да ну 7-7! Ну я ненавижу, вот просто ненавижу, ну, когда такой счет. Ты понимаешь? Давай, ну. Прямо сейчас все решится. 7-7. Ты понимаешь, блин! Ну да, поэтому я доволен. Так, короче, проказники, я предупреждаю сразу, я буду использовать все методы. Говорится, на войне все методы хороши. Поэтому я буду кричать, чтобы ты ничего ни хрена не слышал, проказник! А-ля-ля, а-ля-ля. Я кричал, что это уже не поможет, я и так оглох. А что это ты молчать резко? Так, я понял. Тактика орать. У проказника новый хитрый коварный план. Ты где? Блин, сейчас все решится. Я на там где-то бегаю. Да? А, ослепил! Ха-ха, поймал аптечку. Ладно, чуть-чуть не поймал, я знаю, что ты не поймал. И я даже знаю, где ты, скорее всего. А, нет, прицел отрубился. Мать моя женщина! Роди меня заново! Ёлки-палки! Проказник, ты маньяк просто! Уйди, маньяк! Гори так, я сейчас оглохну, боюсь. Да ну нафиг! Проказник! Так сказать, ваши уши. Тише! Проказник, ты самый хитрый проказник в мире! Почему я попасть не могу? Ты понимаешь, остается 33 секунды, и у меня есть большие проблемы. Надеюсь, у тебя тоже большие-большие проблемы. Какие проблемы? Ну, как минимум то, что у меня осталось патронов одна обойма. Так, а вот сейчас будет интересно. 19 секунд. Прямо сейчас все решится. Проказник. 40 секунд. Ты такой проказник. На! Да! Фух, как же я перестарал. Так, где? Ты заплатил? Фух. Ты же знаешь, есть типа всякие скрытые понты, типа в стене и так далее. Не, я такой не буду использовать. Фух. Да, да, это победа. Блин, ребят, это было очень потно. Реально, я играл как будто не на 66 голды, как будто на 6 миллиардов голды. Короче, ребятки, на такой хорошей, замечательной, прекрасной ноте мы заканчиваем это видео. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь на наши каналы. Продолжение у проказника. С вами был Кентуха и... Проказник. Всем пока, ребята. Пока.